Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики нашего канала. Сегодня на обзоре у нас Range Rover Sport. Этот автомобиль, как правило, покупается своим хозяином в исключительных случаях, когда человек может себе его позволить. Потому что на самом деле этот автомобиль уникален. Активная система стабилизации позволяет удерживать автомобиль в любых поворотах на максимально возможной скорости. И, как правило, очень часто дает ложное ощущение вседозволенности. Иногда эта вседозволенность приводит к очень трагическим последствиям, но не будем об этом. Этот автомобиль оснащен двигателем 5.0 Supercharged. Это топовая комплектация. Здесь установлена многопоршневая тормозная система, которая позволяет остановить автомобиль с любой скорости в любом режиме самым наикратчайшим тормозным путем. Но этот автомобиль не лишен недостатков и кое-каких технических нюансов, о которых нужно знать, покупая этот автомобиль на вторичном рынке. А двигатель Supercharged, в принципе, надежный двигатель, но у него есть проблемы с газораспределительным механизмом, в частности, с цепью ГРМ. Изначально по этому двигателю отзывных акций не было, но в случае растяжения цепи, а чаще всего продавливания башмака натяжения этой цепи самим натяжителем, менялась в сборе вся цепь, а в некоторых случаях даже в сборе с шестернями изменения фаз газораспределения. Процедура очень дорогостоящая, об этом нужно помнить перед покупкой этого автомобиля и уделить должное внимание диагностике самого двигателя и работе системы газораспределения. Система активной стабилизации, которая позволяет компенсировать крен автомобиля, также нужно при диагностике уделить дополнительное внимание. В принципе, система очень надежная, но очень часто появляются течи самих активных стабилизаторов. Сейчас эти активные стабилизаторы ремонтируются, восстанавливаются, но процедура также не из дешевых. После замены или переустановки активного стабилизатора понадобится процедура адаптации, калибровки пневмоподвески, прокачки системы. Это тоже операция не из дешевых. Так, в принципе, в основном нужно обязательно следить за радиаторами интеркулеров, которые находятся в передней части бампера, боковых. Так как грязью из-под колес на них накидывает грязь, и они перестают эффективно работать. С периодичностью хотя бы раз в год их нужно снимать, промывать. Также рекомендую это делать вместе со снятием пакета радиаторов и с промывкой его в профилактических целях. Сам Supercharged, система надува воздуха, как правило, очень надежная. Единственное, там иногда разбивает муфту привода компрессора, но она меняется и продается отдельно. По салону автомобиля ничего добавить не могу, салон очень комфортный, сиденье, посадка очень удобная. А из проблем это очень часто забивается радиатор отопителя салона. Но забивается он из-за того, что не своевременно меняет охлаждающую жидкость. Антифриз нужно менять своевременно. По задней части автомобиля задний привод, задняя трансмиссия проблем не доставляет. В целом по подвеске она пневмо. Пневмобаллоны надо своевременно обслуживать, за ними следить. И если вы видите, что автомобиль клонится на одну сторону, не нужно на это забивать и дальше продолжать ездить до тех пор, пока не выйдет из строя компрессор, а своевременно устранять. Автомобиль очень классный. Он дарит много эмоций своему водителю, хозяину, но за ним нужно своевременно, качественно ухаживать. Нужно своевременно делать диагностики. Очень мощный мотор иногда отрывает подушки двигателя. Мы уже в одном из наших роликов это обозревали. Нужно за этим тоже следить, своевременно менять масла, фильтра, и каких-либо проблем, неприятностей быть у вас не должно. Пишите в комментариях модель автомобиля, обзор на которую вы хотели бы видеть на нашем канале. Мы обязательно постараемся снять обзор на этот автомобиль в нашем техцентре. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего доброго, до свидания.